Привет всем, кто заглянул ко мне на канал. С вами Марина. Сегодня хочу показать, как сшить нужную, полезную вещичку для кухни, варежку, прихватку, рукавичку. Такой подарок подойдет даже соседке, которая не любит лоскутное шитье. Я покажу самый удобный способ. Приступаем. Подсказка. Не надо выкраивать все 4 детали рукавицы, только 2. Одна будет чуть больше, буквально на 1-2 миллиметра. Я простегала заранее ткань, но мне так хотелось, это релакс, сидишь, шьешь строчки, а еще разными, вон я взяла фигурными, красивыми. Серая ткань, это был лоскут на вес и никак не заканчивается. Прошила 2 рукавички, 2 детальки, вернее, вместе и вставила петельку. Мне она нужна. Я люблю где-то и повесить такую рукавичку. А можно просто убрать в стол, и не нужна никакая петелька. 2 другие детали я не выкраивала, а взяла прямоугольники, которые заранее простегала. Их тоже сшиваю вместе. Теперь на обе стороны разутюживаю швы и сделаю еще строчки. Почему не надо выкраивать заранее все детали? Потом придется их как-то очень качественно вместе сложить. Вы делаете строчку, шов, что-то уходит, уводит. А вот этот метод, он подходит для любых начинающих рукодельниц, опытных. Он просто удобный. Теперь я накладываю 2 сшитые детальки от рукавички и беру другое полотно, тоже сшитое. Здесь не обязательно было делать разные. Можно вообще ткань выкроить и наложить эти 2 рукавички. Обязательно оставляем место, через которое надо будет вывернуть. Делайте побольше, ну где-то 7 сантиметров. Потом вам удобнее будет. Мы же вручную обычно зашиваем. И это будет наизнанке. Никто никогда не увидит. Вот этот метод, который я вам показываю, он очень быстрый, удобный. Моя любимая игольница. Столько вопросов в комментариях. Оставлю ссылочку, как я ее делала. А про ножницы. Фигурными ножницами у меня так трудно, почему-то я прорезала. Лучше взять обыкновенные и сделать небольшие надсечки. Все, заготовки наши готовы. Можно выворачивать. Через отверстие, если вы сделали очень маленькое отверстие, сейчас вам будет трудно, поэтому не надо делать маленькое. Все, прихватка у меня, варежка, почти готова. Вручную нитка, иголка, нужно зашить отверстие. А теперь вставить одну варежку в другую. Если вы помните, что я делала буквально на 1-2 миллиметра меньше другие детали, и она легко теперь у меня входит в большую. На вид они одинаковые, но на самом деле они чуть-чуть отличаются. Получается такая варежка удобная, мягкая, толстенькая для работы на кухне. Например, достать противень из духовки. Можно ее одеть на левую руку, на правую. Можно не стегать никакую ткань. Взять и быстро сшить. Но мне очень хотелось хоть немножко какой-то оригинальности. Выбирала темные ткани, чтобы они были практичные. В этот раз не стала делать какой-то лоскутный рисунок, полоски, квадратики. И получилось все хорошо. А другая варежка я шила раньше. Она немного покрой отличается. Она удобная и на мужскую, и на женскую руку. И двухсторонняя, можно вывернуть на любую сторону. Такую выкройку я делала, она у меня есть. И видео подробный мастер-класс. Если интересно, оставлю ссылку в описании. Дорогие рукодельницы-мастерицы, желаю всем сшить такие удобные кухонные прихватки-варежки, удачного творчества, хорошего настроения и, конечно, здоровья. И пусть у вас все получится!